Частная сыроварня с романтичным названием «Полянка» начала работать в Посаде, на территории бывшего молокозавода. Здесь варят элитный сыр. Сыр наш называется «Клерьер». Это мягкий сыр с белой плесенью, белая благородная плесень. Ну, то, что многие помнят и знают, сейчас много производителей камамбера. Но вот мы делаем, в общем-то, по рецепту камамбера, хотя, конечно, есть свои нюансы. И мы поэтому не стали называть этот сыр чужим названием, придумали свое. В принципе, история названия тоже очень простая. У нас сыроварня называется «Полянка». Клерьер, как называется наш сыр, это в переводе с французского «поляна», в лесу полянка и есть. По словам производителей, на один цикл производства продукта уходит месяц. Качество и вкус сыра зависят от молока, от времени выдержки сыра в специальных условиях. Так, посадский клерьер вызревает в камерах ровно месяц. Объемы производства пока небольшие. В цехе сыроварни работают 4 человека. Перерабатывают около 300 литров молока в сутки. Производственная мощность рассчитана на... Вот это оборудование, которое... Она рассчитана на 600 литров в смену. Угу. Сейчас мы пока перерабатываем 300, молока пока... То есть в половину, да, на 50%? Половину, да. Организаторы производства поделились с главой района идеей проведения в Посаде сырного фестиваля, а также обсудили возможности сотрудничества и вопросы реализации продукта на территории района. Ирина Максимова, Михаил Кирсанов, программа «События».